Приветствую, дорогие друзья. Думаю, с комнатными мухами знакомы все. Все их били мухобойкой, и все видели, как получается вот такой вот вроде как трупик. Он лежит, а потом через какое-то время пропадает. Вот давайте посмотрим, как это происходит. Это у нас ускоренная съемка 1 к 15. И, соответственно, смотрим, как муха начинает потихонечку дергаться, отживая. Сначала это не видно, но вот под ускоренной съемкой видно, как она пытается шевелиться. Даже вмятый грудной отдел, если не сильные повреждения, серьезные, потом выправляется. Через какое-то время муха может уже спокойно бегать. Но пока муха будет восстанавливаться, давайте немножко расскажу про этих мух. Комнатная муха – один из самых распространенных представителей двукрылых, контактируемый с человеком. То есть летом они очень часто досаждают, садятся на лицо, с утра пораньше мешают спать. Ну, помимо этих неприятностей, еще часто переносят болезни, такие как брюшной тиф, дизентерия, холера в меньшей степени. Еще вызывают миазы. Это такие нарывы, когда причиной служат личинки мух, то бишь они развиваются в плоти и таким образом паразитируют на человеке. Вот смотрим, муха уже, смотрите, шевелится. То есть до этого лежала неподвижно, а сейчас уже пытается что-то делать. Прошло где-то 15 минут, может быть даже 20. Давайте сейчас я муху помещу в коробочку и через какое-то время посмотрим, как она восстановится. Я ее, забегая вперед, скажу, где-то через часа полтора, наверное, как только приехал, вынул, или через час плюс-минус, ну не помню. Вот. А мухи развиваются из яйца довольно быстро, за 8-50 часов. Ихние личинки живут порядка там 20-25 дней, потом муха ищет прохладное место, окукливается там и, соответственно, выходит взрослое насекомое, которое живет порядка 20 дней, продолжая свой жизненный цикл. Вот, смотрите, это же муха уже через час. И она вполне так бодренько бегает. Конечно, летать она не может, я ей кусок крыла уже оторвал на всякий случай, чтобы она больше никого не досаждала. Но, тем не менее, видно, что муха вполне себе ползучая. Ну, через пару-тройку часов она будет уже вполне неплохо так бегать, может быть, даже и полетит. Ну, вот такая муха. Мы ее отпускаем в дальнее путешествие. А вам всем спасибо за просмотр. Ну и напоследок скажу, чтобы не было таких казусов, выкидывайте трупики мухи, и они вас больше не побеспокоят.